Если слетел тросик на Toyota Corolla Versa, то вполне возможно, вот получилось завести проволочку под вот этот пластик. Теперь показываю. Здесь вот нужно попасть в паз, в котором проходит тросик, и уцепиться за вот эту петлю. И затем ее потянуть. Вот у меня вот, допустим, слетела вот эта балабушка с тросика, и капот не открывался.